календаре великих событий, великих дат, которые должна помнить наша страна, 9 мая – День Победы, и 22 июня – дата начала войны, идут рука об руку. Но если шествие бессмертного полка закрыло День Победы и наиболее полное раскрыло его смысл, то 22 июня, день начала войны, требует своего столь же великого прочтения нашими соотечественниками. Это должна быть минута, которая заставит замереть заводы, машины, остановит людей на улицах. Я думаю, что это будет достойная встреча и достойное понимание нашими, нами, потомками, величия этой даты. Поэтому все организаторы и все участники марша бессмертного полка, которые 9 мая, в День Победы, выходили на это великое шествие, 22 июня этого года замрут в минуте молчания, зажгут свечи, которыми наполнится вся Россия. Зажигая свечу памяти на своем окне, вы становитесь благодарными потомками тех солдат, которые зачастую не получили ни орденов, ни наград и лежат забытые даже своими собственными родственниками. Давайте восстановим эту очень важную для наших семей справедливость и зажжем свечу в память о своем солдате. 22 июня, 75 лет спустя начала Великой Отечественной войны. Свеча памяти.